Доброго всем утра! Итак, у нас наступил год, и мы уже довольно-таки давно с вами не делали карту дня, но это не карта дня. Это моя любимая колода, которую я получила в подарок, когда мне еще было 18 лет. Это первая колода, я ее заламинировала, я ее очень люблю, она достаточно сильная. В прошлом году, когда я хотела сделать просто расклады на колоде и посмотреть, какой год, то никакие карты просто не выходили, кроме как везде была сила, да, это у нас, обратите внимание, на здоровье, поэтому такой на год, у меня просто не получился у меня расклад общий на год. Пока по картам, скорее всего, это здесь надо открывать ясновидение и не по картам говорить, но я люблю эти карты, и я задала сегодня вопрос, а что бы они хотели передать моим людям, людям, которые подписаны на меня, люди, которые ждут что-то хорошего и изменений. И выпала сначала карта Звезда и Императрица. Так вот, что хочется сказать. То, что вы желаете, оно исполнится. Кто хочет найти свою вторую половинку, это непременно так и будет. Возможно, но не у всех, будет удачное число, 17 число. Как раз у нас завтра, 17 число. Посмотрите какие-нибудь знаки, какой у вас будет день, как он будет проходить. Еще карта говорит о том, что вот здесь вот, да, ночное небо, да, и оно больше относится к ночи, к луне, к звездам. А это такая солнечная карта, весенняя карта. Ну, что хочется сказать, то, что вас отягощало, оно непременно уйдет, и этого не будет. У вас будут первые ростки с весной. Сама императрица сюда пожаловала, как говорится, да, и у нее корона и статус. Может быть, это человек, которого вы знаете, но этот человек не знает, что он такой. Сейчас бы можно было бы сказать избранный, но не могу. Настолько слащавое стало это выражение, избранный, гуру, еще кто-то. Вот просто не буду. Буду говорить, вполне возможно, что в вашем окружении есть вот такая вот царица, а она не знает, что она царица. И она вам даст только хорошее, потому что ей это по праву предначертано, дано. Ну, в общем, смотрите, карта Звезда, карта надежды, карта веры, любви, надежды. Как-то я купила колоду затмения у Амиры. Она их, ну, продает, сама изготавливает, очень красивые колоды. И, в общем, первое, что я достала, карта была Пандоры. Я увидела в этой карте свет. И я написала ей, знаешь, говорю, Амира, я достала Пандору. Она раз и замолчала. Она поняла, что это такая опасная карта, да? Но я в опасности вижу то, что может помочь. Я увидела с этого ящика исходящий свет. А свет исходил именно от надежды. По легенде, Пандора – это была очень красивая женщина, которую создали боги и отправили на землю с Пандорой много-много бед и несчастий. И когда вот тогда она открыла ящик, и из него посыпались куча бед, болезней, и на дне ящика оказалась надежда. Насчет этой карты сразу хочется сказать, она всегда смягчает рядом стоящие карты. А уж то, что тут говорить, когда у нас рядом выпала императрица. Возможно, вы в начале года столкнулись с трудностями, но они как бы вымывают то, чтобы просияла ваша звездочка, и все у вас получилось. Если вы что-то где-то не успели, вы не успели на год погадать, вы не успели взять программу, или вы просто не успели по каким-то обстоятельствам попасть в нужное время, в нужное место, вы можете об этом не беспокоиться. Здесь карта Звезда говорит, что если вы думаете, что это все прошло, если вас кто-то что-то не видит, вы не думайте, что вас не видит там.
создатель, да, то все равно все это видно. Какая боль в вашей душе, она выровняется, все уйдет. Но по надежде нужно и надеяться, и двигаться. Здесь карта воды, лунного света, лунного духа. Также, ну, можно много чего сказать, но для себя однозначно я приняла уже решение давно насчет этой карты. Я ее рассматривала и в плохом ключе, и в хорошем. Но хочется сразу вам сказать, что в этот год подумайте о себе. Подумайте о том, что сделает вас гармоничной, спокойной, красивой. Вот это и есть отклик от вас самой, от вашей души. И этот кувшин, который держит эта красавица в руке, она прольет на вас. Вы получите в этом году то, что вы по праву заслужили. Но не сидите, не ждите, никогда не ожидайте, всегда действуйте. Потому что ожидание, оно разлагает душу, оно ставит человека перед какими-то непробиваемыми стенами, вводит его в депрессию, а это как бы не нужно. Здесь, с одной стороны, 4 звезды, здесь 3, и здесь самое яркое. По этой колоде у меня даже волны, даже каждая маленькая звездочка, она имеет огромное значение. Это могут быть алмазы, это могут быть каждое ваше желание, которое когда-то вы запустили. Вот и самая яркая звезда, видите, она здесь горит. Самое первое желание исполнится, но не вы устанавливаете порядок, а устанавливает порядок Создатель. Поэтому, возможно, где-то запутано, но то, что хотят вам сказать эти карты, чрезвычайно позитивно, гармонично, успешно и самое-самое хорошее. Вы не сможете остаться на одном месте. Доверьтесь течению, доверьтесь потоку и посмотрите, что вам прошепчет завтрашнее число, 17 число. С весной у вас будут хорошие подвижки. Ну а я с вами, с любовью, ваша Каролина, и с сегодняшнего дня уже начну ставить расклады на интересные темы и также подключим карту «Совет дня». Всем удачи!